В Алтайском штабе Общероссийского народного фронта полностью сменили руководящий состав. На прошедшей региональной конференции были переизбраны все три сопредседателя. Новыми главными фронтовиками стали член Общественной палаты Барнаула Евгения Гущина, член Совета медицинской палаты региона Ирина Козлова, а также президент Альянса независимых региональных издателей Юрий Пургин. Они пришли на смену депутату Барнаульской городской думы Марине Ермоленко, руководителю профсоюза работников образования Юрию Абдулаеву и известному врачу Якову Шойхету. В то же время все трое остались в составе штаба, куда входит также 30 известных в городе и крае персон. Отметим, это первая крупная смена руководства регионального ОНФ с момента его образования в 2013 году.